Привет, народ, с вами Фенаргот. И все-таки терпению Valve есть предел, и они решили остро отреагировать на проблему с абузом компендиума. Заранее еще раз напомню, что в ролике с абузом я говорил, что прецедентов пока не было подобных, чтобы за подобные абузы банили, но вы все делаете на свой страх и риск. Сами решаете, делать это на вашем мейн-аккаунте, допустим, или нет, или делать это на фейках, как многие совершали. В общем, Valve решили отреагировать серьезно и разделили комьюнити на две части. Первая часть — это те, кто якобы, по их мнению, случайно воспользовались абузом, ну или случайно прокликали уровни и получили награды. Вторая же часть, которая этим злоупотребляла специально, дабы получить выгоду. Первые получили вот такое вот сообщение, где они пишут, что вы были среди игроков, которые случайно, поэтому мы сбросили награды до состояния по умолчанию. Вы можете получить верные награды на соответствующей странице компендиума. Если мы перейдем в компендиум, то вот видите, я заново могу применить уровни и заново могу получить награды. То есть все награды, которые вы получили, их просто удалили, поэтому подлагали клиенты. Другие же игроки получили сообщение о том, что они теперь находятся в блокировке. Они не могут пользоваться поиском игры, они не могут совершать трейд. И в основном пока докладывают люди, что такое случилось только те, у кого прям жесткая накрутка была. В несколько тысяч уровней. То есть есть люди, которые пишут, что они себе накрутили с обычного компендиума до 500 уровня, и у них все нормально. А те, у кого больше нескольких тысяч, те получили блокировки. Но я, честно говоря, когда несколько часов назад в своем телеграм-канале постил вот это данные, которые Valve спалили в обновлении с этими сообщениями, я и думал, что, скорее всего, Valve, конечно же, будут блокировать прям жестких абузеров. То же самое, как и было, например, с другими абузами в Доте, когда Valve банили вот прям только жестких челов, которые себе специальные аккаунты заводили под данные абузы, пользовались песком и прочее. Конечно, если вы на своем основном аккаунте накрутили себе 5000 левел и все продали на торговой площадке, то, скорее всего, вы получите бан. Вы можете прямо сейчас зайти в Доту и проверить. По сути, все уже отлагало. Сеть Доты не работала какое-то время, и все инвентари были скрыты на всех аккаунтах, потому что Valve удаляли набуженные шмотки. Вот как-то так. Ну что ж, дамы и господа, теперь мы с вами будем в курсе, что Valve могут реагировать на какие-то вещи посерьезнее, чем раньше. В любом случае, еще раз напомню, пожалуйста, пользуйтесь своей головой, и даже мои ролики на будущее воспринимайте как информационные, а не с побуждением пойти и что-либо делать. Потому что у всех своя голова на плечах, и нужно понимать, что некоторые риски все равно присутствуют. Но я в любом случае приношу извинения, если кто-то решил, что мой ролик не информационный, а я прямо побуждаю кого-то, и что вы из-за этого получили блокировки. Я приношу извинения, мне очень неловко по этому поводу перед некоторыми игроками, но в целом ожидаемая реакция, потому что если раньше с колесом релай просто были прокруты, и какие-то шмотки дешевели там и прочее, то тут просто-напросто была убита вся экономика компендиума. Вот сейчас Valve как-то пытаются ее восстановить и почистить, но с другой стороны, Valve должны быть довольны, потому что сотни людей просто купили себе компендиум ради того, чтобы его заабузить. Поэтому там уже идут конспирологические теории о том, что я с Гейбом в тандеме поработал, чтобы увеличить продажи компендиума и увеличить призовой фонд Инта. Желаю вам всем спокойной ночи, удачных каток. Надеюсь, вы не получили бан, и до скорых встреч.